Ярославль 50-х годов прошлого века. Жителей держит в страхе организованная группировка. Два месяца сопли жуете и ни черта! Государство опускает голову. Вас бандиты ускользнули из-под носа. Безысходность толкает человека в бездну аморальности. А у меня теперь свой закон. Без суда и следствия. Тьма накроет незаметно. Да его весь угрозыск ищет. Ну что, успел меня рассмотреть? И не мелькнет луч надежды. Достаточно поводов, чтобы идти до конца. Ты думаешь, он стукачок? Сергей Безруков. Серьезнее некуда. «Черные волки». 18 октября в 13:20. Премьера на русском «Иллюзионе».